Так, всем привет, это Альвинос, и, как обещал, на 999 человек я попаду в рай. Я это обещал, я это выполняю, но это я выполняю чуть специфическим образом. Я решил так немножко обозрить мод Aether, по-моему, он так, в общем, как я его называю, Aether, так, подождите, где там модификации. Сам мод называется... где он есть. А вот он, Aether, как я его называю, но он вообще-то эфир, как бы переводится. Вот, начинаете вы играть в одиночной игре, создать новый мир, добавляем читы там, по умолчанию тут ничего, и вы можете сделать, что стартуете в Aether, в эфире. Вот. Это ничего вам не дает особенно, просто вы можете сразу появиться в эфире. Так, вот, мы с мистер тонули. Ага, довольно-таки редкие возможности в версии 1.10.2 мы появились в джунглях. Хотя, по-моему, это была проблема в 1.7 найти джунгли. Вот, в общем, стартуем в джунглях, находим свой ящичек. И если вам лень развиваться до попадания в вечер, так, вот у нас есть так новые достижения карманы. Ну, советую взять ящичек с собой. Так, дальше найти свободное место. И для того, чтобы вам попасть в Вечер... Да, кстати, у нас есть инвентарь. Набор всяких, как это называется, плюшек. Место, где вы можете... репортнуть о баге. Сразу предупреждаю, версия это находится еще в бете. Сами создатели мода говорят, что они еще очень много над ним работают. Так что не советуют ни ставить, ни снимать по нему видео, потому что это еще бета-версия. В общем, ребята, подождите, как бы. Вот. Но если вы решили сразу развиваться в Этере, вам выдается вот такой портал, вы его как бы ставите. Портал, как видите, у нас выглядит глоустонные блоки плюс ну, сам портал. А делается он просто из глоустонных блоков, делаете вот такой вот портал. Не обязательно вот эти вот блоки не обязательно ставить. То есть вам надо сходить в ад, набрать вот глоустона, сделать такой. И вот на любое место вылить ведро воды. Вот, вы получаете портал. Вот, ну идем туда. Попадаем вот в такой вот мир. Обычно где-то недалеко йод. У нас появляется здание с нашим как бы гидом. Если вы внимательно посмотрите, то это государство как бы состоит из островов, да? Да. Это вот остров, окруженный, как бы это объяснить, так, где тут мне ближе показать, край мира. Вот. У нас тут много дичи всяких, какие-то руды. Я, конечно, не с того начал. Ну да ладно, так вот, где-то тут, вот. С этим песком осторожней, он очень быстро нас передвигает везде. Вот, и у нас, как видите, мир — это облако. Вот, внизу пустота. Ну, не пустота, там есть облака, но мы можем там помереть. Вот. И чтобы начать развиваться в этом моде, вам надо обязательно собрать, по-моему, один. Вот этот вот. К сожалению, ачивок по камис или вообще нету тут. Так, бежим в это здание. Тут есть еда. Вот, еда, как видите. Оранж. Из него можем делать всякую еды. Тут, в принципе, хватает. Есть алмазные деревья. Золотые деревья, с которых выпадают какие-то там железные чанки. Вот, тут у нас поджидает гид. Как с ним общаться, я не знаю. Он вечно вот тут что-то говорит. И goodbye. Иногда появляется сообщение, что он там
Иногда он с нами хочет общаться. Так, делаем доски. И пол... то... А, и нам надо холи. По-моему, скайрут. Вот, скайрут дерево обязательно. Да, вот, берем скайрут дерево. Делаем из него доски. Получаем верстак. И, в принципе, в этой версии, если вы играть хотите чистым, как я вот когда-нибудь хочу сделать, то нам не нужен ней. У нас вот все, что мы можем скрафтить со временем, есть в книге. Вот, у нас есть книга, где показывается рецепт. Вот, значит, мы делаем следующее. Мы делаем... Ну, ты еще раз говорить не хочешь? Нет, не хочешь. Тут появляется намного больше подсказок. Наверху у нас там, в принципе, ничего нету. Ну, как говорится, бета. Вот. Вот у нас так более-менее выглядит мир. Это портал в подземелье, в данжи. Вот. Что мы тут можем еще сделать? В этом мире спавнятся, как в Terraferma Craft, палочки. Вы мне обязательно... Вот видите, палочки, камушки. Так, вот в этих можно забрать немножко перьев. Из перьев мы можем сделать, видите, всяко-разное. Также убить вот этих, вот из них выпадает сахар плюс... Ух ты, он еще и аж грызается. Вот, из него выпадает Blue Sweet Jelly. Из него можем делать еду. Вот, обычно мы так и начинаем игру. Так, подождите, мне надо сделать кирку. Кирку, Skyroot есть. Так, делаем вот этих два. Стоп, что-то не так. Ай, с камней же делать. Так, и не из этих. Обязательно надо свои палочки, да? Да, свои палочки надо. Вот, холи, кирка. Ну и, в общем, ищете дерево, и камень развиваетесь. Так, где у нас какое там? Можете вернуться обратно. Вот, добываете, как бы, камень. Камень добываете. Сколько у меня тут камней? 9. Делаете печку, собираете руды, делаете более мощные, всякое мощное. Так вот. Вот она, родная печка. Очень напоминает мне Эмбер, по-моему, мод с жуками. Так, можно получать уголек. Так, для чего этот используется светящийся? Ну, это ванильный крафт, так что нам не интересно. Не переработала, да? Давай, перерабатывай. Раз, две палки надо было. То есть уголь у нас есть. Вот можете сделать из угля... Где эта вот штука? Вот. Из угля факела, я так понимаю, да? Да, вот у нас факела. Так, кстати, факелом поджечь нельзя. Вот этот костер. Он тут сидит, бедный? Нет? Нет? Ну, общаться не хочешь? Гудбай. Ну, гудбай так гудбай. Вот. Дальше. Что у нас в этом мире появляется еще? А, я в закрытом помещении. Так, еда у нас есть. Где тут открытая местность? Йод. А ночью появляются всякие монстры. Вот это, как видите, гнезда, деревья. Так, где у нас, кстати, тут дерево алмазное было? Так, у нас вот тут, как видите, есть руды. Это что у нас такое? Какая-то штучка интересная. Я даже не знаю, что это такое. Ну, добываем. Вот, добывается, как видите, обыкновенным. Обыкновенно. Так, и занитый стол. Из него мы можем занитый кроссбоун сделать. Ага,
топор. Только что-то глючит, как видите. Щит. Лекс. За нитки петал. Кстати, вот эти вот нитки выпадают, если тут такие зайцы бегают. Можем сделать меч. Ладно, делаем меч, идем. Такой мини-гайд обзор, потому что я по этому моду ничего не знаю. Я так понимаю, из этого ты делать не захочешь. Нет, не захочешь. Только обязательно надо свой скайстоновский вот эти вот штуки. Палочки, зениты, меч. Ну, идем попробуем. Так, еда у меня вроде так. Это можно оставить тут. Так, конечно, у меня ничего нет такого, чтобы все сбрасывать одним. Так, еда навсегда нужна. Топор, это не надо. Палки не надо, это не надо. Так, еда нужна, это тоже еда, это тоже еда. Вот, ну ладно, камень возьмем, топор возьмем, это не надо. Так, куда я хотел пойти? Я хотел пойти в данжи. Показать, где-то его видел, а где... Ага, вот, вот он, наверху. Эти данжи бывают надземные и подземные. Тут полно всякой живности. Как видите, наступает ночь. Вот там у нас бараны, из которых... Так, будем есть местную еду. Вот у нас вот тут есть, бегают бараны, бананы. Только вот мне интересно, чем их стричь. Железо тут вроде бы как я и не видел. Есть вот такие растения, из них выпадают. Тоже вот еда, wildberry. Так, бараны. Ну вот, из них выпадает баранина местная и клоубоу. Это шерсть, да. Мы можем сделать с помощью ее красивую. Также есть растения, так пока я их не видел. Но есть такие растения на земле, которые вы стреляют в вас. Стреляют в вас стрелами. Свит. Ага, они еще и нападают. Разные вот цвета есть. О, зайчики из них выпадают. Как видите, не знаю почему, но этот самый... ну, в общем, поняли, этот нитки из них выпадают. Есть золотые деревья, из которых выпадают вот такие... Такие чанки золотые, golden amber, золотой usage. Из него можно сделать дротики и шоттер. В общем, стрелять из него можно. Так, что-то я не вижу тех растений, ну ладно, не суть. Так, вот есть свинки бегают. Вот это вот враг, по-моему, они на нас нападают, там будет. Так, куда-то я удрал задалеко. Местные коровы есть? А, я вот сюда шел вообще-то. Что, ты сам сдох, не? Так. И можем сходить в лабиринт за няшками. В лабиринте нас тут особенно... Не знаю, в алмазной броне я пробовал туда ходить. Особенно нас там не сильно мучили. Так. Так, так. Во, можно облака брать. Не очень удобно. Ладно. Так, как же нам... А, вот, тут можно попасть. Конечно, в креативе это все быстрее показал. Вот, подходим к этому лабиринту тем. Нажимаем и попадаем в лабиринт. Вот, в этом лабиринте, значит, есть очень много няшек. И много вот эти вот штуки, они на нас нападают. И они могут загубить. Вот. Это вот как бы гвардианы. Сейчас будет бам. Вот. Видите, без брони меня довольно-таки быстро убили.
Но тут есть, как видите, по умалчиванию стоит инвентарь, как это, кипер. Поэтому вы ничего не теряете. Вот. Хотя бы маленькую броню, ну, вам бы было бы неплохо иметь. В алмазной броне они ничего сделать не могли. Вот. Хотя их можно обмануть. Вот, можно от них вот так вот скрываться. Ой, иди отсюда. Вот, и для чего мы тут бегаем? Мы бегаем ради вот таких вот няшек всяких. Также есть тут ящички. Ай, ай. Вот, в основном тут попадается и еда, но иногда и попадается что-нибудь полезное. Ой-ой. Как видите, даже без брони они мне не особенно много чего могут сделать, и мы можем отсюда смотаться. Вот, что еще успел понабирать? Фоли, эти вагин, шоколады. Ну, в основном, как видите, набрал еду. Ну, иногда там есть ящики, в которых попадаются всякие няшки. Ну, поскольку мод не доделан, я думаю, на этом, в принципе, можно... Ой. Можно остановиться, потому что... Надо ждать более нормального релиза. Так. И нет, он все со мной не разговаривает. Как-то мне получилось, что он выдавал очень много всякого. Так, мы подходим к верстаку, и, как видите, у нас появилось более... Gold Apple, золотое яблоко. А как мне тут золото получить, скажите на милость? Наверное, в данжах набрать, да? Удочка. Я могу сделать удочку, но тут ловить мессилвари бенч. Золото мне дает. А, потому что у меня есть яблоко. Ага, понятно. То есть с этим бенчем вы можете вернуться в ванилу и там что-то делать. Sky Bucket и Skyroot Buckets. Парашют есть. Надо же. Skyroot Bed. Ну вот. А, Bed делается. Что, я могу еще и поспать тут? Так. Skyroot Bench. Нет. Сам он не делает, да? Почему 7? Так, этот и шерсть. Ага, 7 надо, да? Именно что ли 7? 6. Ясно. Ну, в общем, понимаете, что... Мод не доделан, поэтому обзор его дальнейший не очень выгоден. Так, а если бы тут свет поставить, потому что будет холодно, страшно, но будешь разговаривать. И что он пишет, я не знаю. I'm working on something. Я работаю над чем-то, friend. Come back a bit. Вернись чуть попозже. Ну ладно, вернусь когда-нибудь попозже. Вот, как только мод будет более-менее нормальный, я думаю, может сделать по нему летсплей, такой коротенький. Потому что сейчас-то тут контента вроде бы маловато, и делать тут нечего. Ну, вот, можете найти там вот такие вот разбитые штуки, которые где-то потом как-то восстанавливать. Вот, ну что, с вами был Альвиносал. Альвинос на 1000 человек, точнее на 999 обещал попасть в рай. Я, как видите, попал. Обещание выполнил. Ну, спасибо, что смотрели. Следите, если кому заинтересовалось, кому кто заинтересовал этот мод дальше. Увидимся, как всегда, в других летсплеях. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну и пишите, что вы думаете об этом моде. И также давайте вернем мне 1000, одного человека не хватает, ну на данный момент, когда я делаю видео. Ладно, всем спасибо и пока, увидимся.